Доброго времени дня. Сейчас мы с вами проведем тренировку на разные группы мышц и, в общем, на развитие опорно-двигательного аппарата. Начнем. Руки на пояс, исходное положение, ноги на ширине плеч, носочки смотрят вперед. Начнем с общих развивающих упражнений. Они в любом виде спорта или физкультурно-оздоровительной направленности, они одинаковые. Либо сверху вниз, либо идут снизу вверх. Начнем с шеи, наклоны вниз. Вверх. По два раза. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Повороты. Вправо-влево. Также по два раза. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наклоны. Ухом тянемся к плечу. Также по два раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выпрямили руки перед собой. Сжимаем одновременно два кулака. Начали. Раз, два, три, четыре. С каждым разом все быстрее и быстрее. Семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Пальцы в стороны. Смыкаем, размыкаем. Поехали. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Начинаем немножечко ходить. Пару шагов вперед, пару шагов назад. Вращаем руки в локтевых суставах. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В другую сторону. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки вперед выпрямили. Также вращаем руки в плечевом суставе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Рывки руками, одна вниз, другая вверх. По два раза. Раз, два. Продолжаем понемногу ходить. Угу. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки перед грудью. Рывки руками назад. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки оставили напротив груди. Сделали шаг вперед. Повернулись назад, потянули спину. Раз, 2. Еще шаг вперед. Через другую сторону. 3, 4. Шаг назад. Еще раз. 5, 6. И еще шаг назад. 7. 8. Ставим ноги чуть шире плеч, руку на пояс, вторую руку подняли. На раз делаем наклон, на два потянулись и меняем сторону. Наклон, потянулись, приготовились и поехали. Раз и два, поменяли. Три, четыре, чередуем. Пять, шесть, семь, восемь. Руки на пояс, вращение туловища. Раз, два, как можно ниже наклоняемся, взгляд при этом оставляем вперед, в другую сторону, три, четыре, угу. Наклончики, два раза вниз, два раза встаем, таз вперед, поехали, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три. Закончили. Повращали тазом два раза в одну сторону, два раза в другую сторону. Все внимание уделяем прорабатываемой части тела. То есть чувствуете, какая часть тела тянется, какая часть тела напрягается. Это очень важно, так как мы учимся управлять своим телом через ощущения. Ноги вместе, присели, попружинили чуть-чуть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, встали, вращение в коленях, два раза в одну сторону, два раза в другую сторону, шире ноги, также два раза внутрь и два раза наружу. Ставим одну ногу на пятку, тянемся подбородком к стопе, раз, два, все ниже и ниже. Чувствуем, как тянется задняя поверхность бедра, голень.
Поменяли. То же самое. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Встали. Захлёстики назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бедра поднимаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Размяли пальцы ног. Вперед, назад, вперед, назад. Также другую ногу. Потянули теперь ахилл. Это вот эта вот связочка. Все знают, что у них она есть, но не знают, как она называется. Поставили ногу назад. Стопа полностью стоит на полу. Коленочко стремится к полу. Потянули ахилл. Угу. То же самое на другой ноге. Закончили. Встряхнули руки-ноги. А сейчас мы с вами немножечко разогреемся. Сделаем сигнальчик. Показываю первый вариант сигнальчика. Прыжок ноги в стороны, хлопок. Прыжок, исходное положение. Прыжок, руки в стороны. Прыжок, исходное положение. И чередуем. Раз, хлопок. Два, руки в стороны. Раз, хлопок. Два, руки в стороны. Приготовились. Начнем с 5 раз, потом 10 и 15. И начали. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. Продышались. Вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Давайте постепенно наращиваем обороты. Теперь 10 раз, 10 хлопков. Приготовились и начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Продышались, глубокий вдох, выдох. Помимо разогрева, это упражнение также полезно для чувства ритма, для координации. Поэтому с детьми это делать очень полезно. Ну и со взрослыми тоже. Приготовились. 15 раз. 3, 2, 1. Поехали. Раз, два, три, четыре. Дышим. 5, 6, 7, 8. Представляете, как будто вы надуваете внутри пакет. Большой-большой пакет. Вдох. Выдох. Сейчас покажу второй вариант сигнальчика. Он тоже довольно-таки занимательный. Также прыгаем. Только становимся в стойку. Одна нога вперед, другая назад. Хлопок. Одна нога вперед, другая назад. Прыжок, исходное положение. Потом также другая нога вперед. Руки в стороны. Исходное положение. Еще раз. Хлопок. Одна стойка. Руки в сторону, другая стойка. Приготовились. Давайте сделаем 5 хлопков. И начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Закончили. Походили, подышали. Запоминаем этот ритм. Координируем свои действия. Приготовились. 10 хлопков. 3, 2, 1. Погнали. Раз, два, три. Дышим. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Походили, подышали. Еще мы сделаем 15 раз.
Потом будет небольшая растяжка и уже основная часть тренировки. Приготовились. 15 попов. 3, 2, 1. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, дышим, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. Походили, подышали. Вдох, выдох. Дыхание является одним из основных элементов тренировки. Дышать нужно правильно и ни в коем случае не сдерживать свое дыхание и тем более не стесняться. Потому что когда мы уходим, мы дышим по одному. Когда мы бегаем, тренируемся, выполняем какую-либо физическую нагрузку, дышим уже по-другому. Потому что телу требуется во многих случаях больше кислорода, поэтому и дышать надо чаще. Так, сейчас мы с вами немного потянемся. Обхватили двумя руками ногу, коленочку. Тянем ее вперед. Растягиваем таким образом нашу ягодичную мышцу. И также заднюю часть бедра. Потянули, держим равновесие. Если тяжело стоять на одной ноге, можно подойти к опоре любой. То же самое. Продолжать делать. Чувствуем, как тянется ягодица, как тянется задняя часть бедра. И то же самое с другой. Также обязательно чувствуем свое тело. И еще раз правой. Левой. И по третьему разу правой и левой. Встряхнули ноги. Следующее упражнение. Мы с вами встаем на четвереньки. Спину стараемся держать прямо. Поясницу также. Сейчас положили ладонь на затылок. На раз скручивание касаемся локтем своей руки. На два локоть вверх, посмотрели вверх. На раз скручивание, на два раскрытие. Приготовились. Делаем 10 раз. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, вдох, выдох, поменяли, другой, ладошку положили на затылок, также на раз вдох скручивание, на два выдох раскрытие, раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, десять. Закончили. Встали. Сейчас мы приступим к основной части тренировки. У нас будет одна серия, состоящая из 5 упражнений. Можно подготовиться, взять полотенчика, чтобы протереть капли пота, если они у вас будут. И водичку обязательно, потому что между сериями наверняка захочется попить, но не больше 1-2 глотков, чтобы не отягощать организм. Мы сделаем один круг этих самых заданий. Вам рекомендую сделать 2, а то и 3 круга, если у вас на это хватит сил и намерения. Приготовились. Внимательно смотрим. Первое задание будет йога-отжимания. Исходное положение упор лежа. Ноги на ширине плеч. Плечи под ладонями. Те, кому тяжело отжиматься, предлагаю поставить колени и делать то же самое задание, только с коленом. Смотрим.
отжались, с выдохом встали и положение собаки мордой вниз. С колен то же самое. Приготовились, делаем 8 раз. Упор лежа, принять. Раз, вдох, выдох. Собака морда вниз. Тянем спину, тянем плечи, ноги. Обязательно это чувствуем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И последний раз. Восемь. Молодцы, закончили. Потихонечку переворачиваемся. Обязательно во время упражнения чувствуем весь процесс, наслаждаемся им. Это как есть мороженое. Не нужно ждать, пока оно закончится. Нужно наслаждаться процессом. Приготовились. Следующее задание. Ягодичный мостик на одной ноге. Задача лично. Спину поставить ноги. Одну ногу выпрямить вверх. На раз. Поднимаем таз. Напрягаем ягодичку. И пресс. Делаем 8 раз на каждую ногу. Приготовились. 3, 2, 1. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Поменяли ноги. Поехали. Раз. Два. Наверху фиксация обязательно. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Закончили. Следующее задание. Отжимание уголком. Ставим. Упор лежа, только руки и ноги чуть-чуть ближе друг к другу. Таз вверх. Задача. Во время отжимания локти падать в стороны. И лбом стремиться коснуться пола, который между рук. Напоминаю, кому тяжело, встаем на колени. И то же самое задание делаем с колен. Или кому во время задания станет слишком тяжело, обязательно ставим колени. Чтобы, как говорится, не поставить точку в этом упражнении. Приготовились. Делаем так же 8 раз. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Два раза. Семь. Восемь. Молодцы. Сразу легли на живот. Следующее задание. Плечи, юда. Ноги вместе. Ягодицы напрягаем. Задание. Держим статику по 10 секунд. Первое положение нашей статики это буква Y или U. Большие пальцы вверх. Второе положение буква T. И третье положение буква A или A. Держим все по 10 секунд. Обязательно напрягаем ягодицы. И чувствуем, насколько сильна наша спина. Приготовились. Три, два, один. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяем положение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Десять. Смена. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять.
10. Закончили. Смотрим следующее упражнение. Последнее упражнение серии – выпады арестанта. Задача – замочить руки на затылок, лопатки чуть-чуть сведены, чтобы выпрямить спину. Задача – сделать шаг назад и стремиться коснуться коленкой пола, но при этом не касаясь. Только стремимся за 2-3 см, коленочку останавливаем и встаем в исходное положение. Делаем всего 16 раз, то есть на каждую ногу по 8 раз. Приготовились. 3, 2, 1. Поехали. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закончили. Походили, подышали. Между сериями делаем обязательно перерыв. Одну, максимум 1,5 минуты. Можно протереть лицо полотенчиком, можно сделать 1-2 глотка воды. И обязательно повторить еще раз ту же самую серию. А можно и даже 2 раза повторить, чтобы всего было 3 круга. Ну а мы сейчас перейдем к заминке. Нам нужно успокоить тело. Расслабить зажимы локальные, перераспределить напряжение на все тело, а точнее убрать его. Смотрим внимательно. Первое задание – ротация в поясничном отделе. Будет необходимо лечь на спину, согнуть ноги, одну стопу положить на бедро, руки в сторону, на раз. Поворачиваем голову в одну сторону, кладем ногу в другую. На 2. Возвращаемся в исходное положение. И то же самое в другую сторону. Приготовились. 3, 2, 1. Начали. 1. Вдох. 2. Выдох. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Соответственно, поменяли. Другую стопу положили на бедро. Начали. 1, 2, 3, 4. 5, 6, чувствуем, как тянется поясница, 7, 8, спина, 9, 10, закончили. Следующее задание, перевернулись на бок, ноги поджали, коленка лежит на коленке, ни в коем случае коленки не разъединены, обе руки выпрямлены, одна ладонь на другой лежит. На раз поворачиваемся, касаемся рукой пола, на 2 возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Делаем также 10 раз. Чувствуем, как тянется грудной отдел, спина, плечо. Начали. 1. 2. 3, 4, 5, 6,
Успокаиваемся. 7. Восемь. 9. 10. Перевернулись на другой бок. То же самое. На другую сторону. Начали. Раз. Вдох. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. И последнее упражнение заминки называется квадроплекс. Встаем на четвереньки. Спину. Можно чуть-чуть прогнуть, но в целом держим прямо. Задание. Вытягиваем противоположную руку-ногу, фиксируем и возвращаемся в исходное положение, при этом не поворачивая таз, не поворачиваясь, не прогибая спину. Приготовились. Делаем всего 10 раз. Значит, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Встали. Поздравляю, тренировку мы закончили, сделали разминку, сделали разогрев, сделали основную часть и обязательную заминку. Используйте эту тренировку в качестве заряда бодрости и тонуса на весь день. Желаю вам ничего не желать, наслаждаться тем, что имеете, будьте счастливы и дарите счастье всем окружающим. Ну все, друзья. Всем до свидания и до новых встреч!